После снятия строгих ограничительных мер из-за пандемии медучреждения Люберец стали оказывать плановую помощь пациентам. О том, как одна из крупнейших поликлиник округа вернулась к прежнему ритму жизни, расскажет наш корреспондент. Все хорошо, пройдите, оденьте бахилы, я вам обработаю. На входе в консультативно-диагностический центр строгий контроль. Измерение температуры, обработка рук и социальная дистанция. Пока еще обязательные меры для всех пациентов. Но эпидемия отступает. Большинство медицинских услуг вновь доступны. И жители, наконец, могут попасть на прием к любому специалисту. Правда, только по предварительной записи и с интервалом в 30 минут. Выведены на прием узкие специалисты. Открыта запись к узким специалистам. Осуществляются мероприятия для предотвращения смешивания потоков. То есть люди, которые идут на прием к узким специалистам, отделены от потока больных, потенциальных инфицированных или больных вирусными заболеваниями. Поликлиника уже распахнула двери дневного стационара, а 1 июля начнет диспансеризацию и вакцинацию населения. Но главное, жители получают ту помощь, которая была ограничена в течение почти трех последних месяцев. Луиза Игазарян, Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.